Всем привет, ребятки. Ну что ж, мы начинаем играть в Fields of Steel. И я сейчас посмотрю. Будем играть, наверное, 2 на 2. Я беру Джокера. И сейчас мы... А, кто это у нас? А, это обычные у нас танки 2. О, 2 Джокера. 2 Джокера против 2 обычных танков. Ну, только вот, интересно, победит. Я вот здесь стану. Все. На. Тихо. Стреляем в них. Так, давай сразу. Не успел я, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня уже убили. Да, елки-палки. Да, проиграли. Проиграли катку. Ну, ладно. Сделаем по-другому сейчас. Открываем сундук. И посмотрим, что нам тут дадут. 43 монетки. Так, обычно ничего такого особого и не дали. Ну что ж, ладно. Так, а мы можем, смотри, Джокера улучшить, да? Либо взять Титана. Давай я возьму Титана. Так, а тут как раз у нас, смотри, Титан и обычный какой-то танк. Сейчас попробуем их щелкнуть. Кстати, давно, ребята, я за Титана не играл. 2 на 2 когда. Ух ты, меня туда... А, тут тоже же Титан, смотри. Сейчас я его попробую еще отщелкать. Так, быстренько подлечимся. Ах! Меня взорвали, елки-палки. Ладно. Давай-давай, выиграй, пожалуйста. Есть. Один уничтожен. И сейчас мы, ребятушки, уничтожим второй танк. Елки-палки, давай, жарь его. Молодец, спасибо. Спасибо, что ты так сделал. Получили мы звезду. А дальше я буду играть, ребятушки, за Титанчика. Просто-напросто мне надо войти в колею. Так, у нас кто это, господи боже мой? Атлас, да. Обычно атласы, они слабенькие. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Тихо-тихо. На, один готов уже. Так, и следующего мы сейчас щелкнем. Вот теперь уже мы выиграли, у нас уже победа есть. И, ребята, я предлагаю сейчас немножко поиграть в Зимнюю войну. Да. И берем Феникса. Фениксом будем играть в зимний такой период, так сказать. Опа, опа, опа. Нет. Ах ты, бомбочка. Мы ее поджарили, эту бомбу. А, ну вот эти, они получаются как немножко крысы. Они тут будут постоянно стоять, мешать. Не будут нам... Они будут просто проезжать. Как крысы встанут там. Так, ну и следующих. О, какие они легкие, слушай. Так, ну в этой игре, правда, монет мало дают. Ну да ладно. По 2 монетки всего лишь. Но зато противники вроде бы как не сильные. Слабенькие. Поэтому мы... Далеко пройдем, я думаю. Да. А вот у нас, ребятушки, и босс. Кнут. Так, давайте сразу захилимся. И попробуем этого кнута поджарить. Да, он оказался очень слабеньким. Ой, я не посмотрел, сколько монеток нам дали за босса. Так, ну мы эти сейчас быстренько отщелкаем. Вот этого особенно. Ух ты, давай ей сюда поближе. Смотри, вот так вот они встают. И не хотят, чтобы я их поджаривал. Ну ладно. В принципе. А вот этот, смотри как, смотри, подъезжать не хочет, да? Давай. Короче, фишка такая, отъезжаем немножко. И этот приходит, подъезжает поближе. Но это как бы меньший урон мы получаем, чем мы бы напролом бы шли. Так, этого теперь, все. Уничтожили. И давайте поедем вперед дальше. 700 монет уже есть. Неплохо. По чуть-чуть. Понемножку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, держи. Тоже огневая позиция. Подлечимся сразу. Мы практически на 100% подлечились. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Кто тут такой смелый-то, а? Так, все, поехали дальше. Нам нужен второй босс. За второго босса нам должны побольше денег дать. Так, что ж мне делать-то с тобой, а? Давай я тебе так буду сейчас.
поджаривать. И смотри, очень много вот таких вот просто обычных чуваков. Да, две монетки, это вообще несерьезно. Несерьезно, ребята, несерьезная карта. Надо в Крушителя Луны и ехать. Там хотя бы нам по 5 монет за каждую, за каждый танк будут давать. Что-то вас тут слишком много, давайте я вас... О, ах, как я вас поджарил-то хорошо. Так, этот, смотри, чуваки тут тоже встали, спрятались. На, дня тебе, есть. И следующий босс у нас. А, кнут. Нет, это армада, угу. Что-то их, я их раньше как-то запоминал, сейчас что-то вообще запомнить не могу. Как их там всех зовут? О, все, уровень пройден. Давайте заберем. Ух ты, как мы подлечились, смотри, 100%. 100%, и это у нас второй танк, представляешь? Так, здесь должно быть очень много танчиков. Да, после каждого босса все больше и больше танки, танков будет здесь. Вот, смотри, уже видишь, 3 танка. Но вот эти, они вот эти вот противные танки. Давайте попробуем их, не знаю, проехать, что ли. Так, ладно. Этого не могу проехать, все. Да, пусть он тут. Смотри, все. Так, этого не могу попасть, ну, есть. Так, а вот эти будут тут крысятничать, да, сидеть? Никуда не проезжать. Но у меня огня на всех хватит. До 1000 монет мы добежим или нет? Опа, держи огня. Будем греть танки. Танки же надо греть зимой, кстати. Вот, будем их греть. Очень, очень легко. Мы их... О, этот сам себя уничтожит. Мы просто подлечимся. Постоим здесь. Так, это мы, получается, 2 танка, да? 2 босса, да, уничтожили? Теперь будем ждать 3-го танка. Так, а этот не подъедет, а там будет стоять и стрелять. Надо будет к ним самим идти. Опа! На! Так, нет. Не получилось его так уничтожить. Ух ты, сколько здесь танков! Куча танков стоит. Плохо, что они... только я один могу танк именно уничтожать таким огнем. А второй какой-то, у него защита стоит, что ли? Сразу бы все сгорали бы. Урон бы получали бы одновременно. Нет! Получает урон только один танк. Из всей вот этой кучи. Смотри, вот так вот я стою. Получает только один какой-то танк. Все, и меня уничтожили. Ну что ж поделаешь. Естественно, я не буду тратить алмазики. Зачем же? Так, ну все, 187 монет мы подняли всего лишь. Давайте 2 на 2. Я беру Феникс. Феникс танк. Ух ты, смотри, какой-то этот арахнит. О, ну, ох, Данил Марко. Сейчас мы с Данилом Марко, ребятушки, быстренько их отжарим. Ой, какой ты быстрый, чувак, а? Какой же ты быстрый. Так, мне срочно подлечиться надо. О, нет, моего сейчас уничтожат. Моего уничтожили друга. Так, и мне вот тебя надо сейчас отщелкать. На, получай. Нет, все, он не убежал. Не смог, не успел. И давайте откроем сундучок, посмотрим, что там в сундучке. А, это обычный сундук. Угу. Да что ж такое у нас, все, что-то танк, новый танк не выпадает. Ух ты, теперь смотри, большой там этот самый сундучок. Хорошо, ну как. Ну давай, 2 на 2. Так, берем сейчас мы Джокера. Возьмем Джокера, танк. Тесла и Арахнит. А у нас, получается, Джокер и Титан. Да, нет, мне надо еще поближе подъеду. О, вот здесь я встану. Вот здесь я, наверное, встану и буду стрелять. Ух ты! Это их, этот самый враг на нас стреляет. Кто там? А кто там вообще остался живых? Это Тесла. Тесла остался. Ох, нифига, она-то простреливает конкретно, причем. Теслочка это. Так, что-то... А, он всех уничтожил на Тесле. Нифига себе, вот это мощный какой танк, а? Тесла. Давай, один на одного попробуем. Один на один. Ага.
Все, ждем, ждем. Все, поехали. Едем. На, ах ты, вонючка. Так, давай, подъезжай тут. Ей, смотри, он, дурачок, за мной поехал. И, естественно, на напалм он подлетел, на напалм. На! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А, ты я не стрелял? Ладно. Тихо, 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 тихо. На-н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 а. Ох ты, я его не смог убить. Чуть-чуть у него там жизни оставалось. Но мы это исправим. Мы сейчас улучшим нашего Джокера. Чуть-чуть. Ну, по-другому никак. Не хотел это тратить деньги, но, видимо, ребята, не получится так, что деньги не тратить. Так, против американца кого-то играем. Так, остановились. Стреляем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Какой-то быстрый, а? На, получай. Хорошо. На, напалм. Есть. Так, он, смотри, броню включил. Но ничего у него не получилось, ребятушки. Против нашего Джокера. И первую звездочку мы получаем. Первую звездочку. Ладно, давайте дальше. Играть. Какой-то там чувак. Мы сейчас с вами, ребята, будем зарабатывать побольше этих сундучков. Так, ё-моё. На, получай. Нифига, мы его просто так отщелкали и все. Вот этот Джокер быстро стреляет. Мы его еще и улучшили, Джокера.